Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Кстати, конец сезона будет через 22 минуты. Я думаю, пока мы ежедневки делаем, наверное, успеем. Ну что, а пока у нас сюрприз дня. Ого, как много сельди-пушек. Используйте стратегическую колоду питомцы с холодными носами и 30 единиц здоровья, чтобы успеть использовать огненных петухов, которые вам выпадут на вторых и третьих ходах. А почему такая уверенность, что мне именно огненные петухи выпадут на втором... Оу-воу-воу. Сельди-пушки мы завалим, если будут огненные петухи. Так, ага. Ну, если я заменю. Так, ну, в принципе, нормально. Блин, урона, конечно, столько получить неохота. Блин, ну давай проверим. Я не знаю, что он там сделает сейчас. Ах ты жук, ты навозный. Ладно. Ну, по крайней мере, не получим хотя бы 4 урона. Вот тут да, тут получим. Тут получим. Ну что, сжигаем их, да? Давай. На. Что он там сейчас придумает? Блин. 4-6 в лицо. Блин, нам надо успеть. Это пригодится. Это пригодится. Так, ну что, поехали. Оу, тупанул. Ой, я тупанул, ребята. Надо было... Ладно. Надо было вот этого ставить, а потом уже петуха. Чего? Пока ничего не будем делать. Так, и что же он тут собирается сейчас мочкануть-то, а? Давай, допустим, я сделаю так. И вот так. Какие его дальше планы? Ну что, заморозку делаем, друзья мои? Да, именно заморозку. Ну, здесь, конечно, не жилец. Хотя, нет, не жилец. На козла я не вижу, ребята, смысла ставить улучшение сейчас. Угу. Что же дальше у нас будет? Еще одна кошатница. Ну, давай я так вот попробуем. Это от безвыходности я уже поставил этого петуха. Так. Ага. На что он там рассчитывает, я, друзья, даже и не знаю. Хотя знаю. Блин. Ладно, была не была. Сейчас у него блок сработает. А блок у него превращает... Превращает. Ну да, да, я так и думал, ребят. Что именно это он и сделает. Ой, ниндзя. Вот это вот, кстати, мне может сейчас боком выйти. Оставим пока. Да ты хорош ты, сколько ты... Блин. Сейчас глянем, что он тут придумает. Ну вот, ребят, хотел как лучше. Ну не буду же я ураганчик сейчас применять, чтобы сдуть, блин, цветочек один. Это глупо. Задолбал, он еще и хп себе восстановил, а?
Такс, окей, поехали. Пам-пам-пам-пам, стоит ли это делать? Ну-ка. Да ёк-макарёк со своими бобовыми. Кого он там хочет убрать? Так вот, да? А ну-ка, только не его, вот этого лучше. Есть. Хе-хе-хе-хе. Так. А чё я радуюсь-то? Чё я радуюсь-то? Блин. Тут плакать надо, не радоваться. Смотрим, ребята. Упс. Оу, щит. Кого же он? Кого же он, ребята, сейчас превратит? Этого, да, все-таки? Фиаско, походу, ел, друзья. Оу, оу, оу. Да. Пробьют нас, походу, дело здесь. Это ж надо было ему достать этот гриб. Ой, гриб, ё-моё. Да. Так, ну что, давай смотреть, что у нас за ежедневки, друзья. Значит, так, нанесите 20 единиц урона героям бабахам. Нанесите 20 единиц урона героям вспышка на солнце и замехам. Слушай, офигенно, кстати, задание сегодня. Ну что, 20 единиц бабахам пойдем наносить для начала. 20 единиц бабахам. Так, где у меня бабах? Ой, это зомби, ё-моё. Где у меня бабах? Вот он. Вот он, друзья, бабах готов. Сейчас я просто гляну, что у нас тут. Ничего новенького нету. Что у меня за колода? Колода вроде бы неплохая. Мы, кстати, этой колодой, по-моему, в тот раз бабахом как раз-то и выигрывали ежедневки. Сейчас попробуем такое же дело провернуть. Так, и будем мы играть против бесенка. Угу. Ну, в принципе, нормально, в принципе, ребят. Ладно, ну что, у меня выбора нету. Тут хоть пыхти, хоть не пыхти. Так, бесенок задумался, ага. Ну что же. Я так понимаю, будут у него... могилки, да? А у меня могилоедов-то как раз, по-моему, и не взято. Давай так посмотрим. Пират, ясно? На пиратах, значит. Так, с прочерком, скорее всего, сейчас будет, да, у него? Скорее всего, там с прочерком, друзья. Сейчас проверим. Ну да, мы его загасим. Как-то так пока получается. Пока ему ничего не нанес урона. Единственное, что вот крокодила. Ты запарил, а, парень?
И ты думаешь, это тебе как-то поможет? Ну ладно. Да ты заколебал, ну серьезно. Достанет, а? У меня растение вот здесь погибнет, к сожалению, друзья. Вот здесь вот погибнет у меня. Да. Серьезно. Ну что-нибудь посерьезнее-то не мог, блин, вызволить-то. Что можно сделать? Поставить этот гриб или поставить вот этого? Вот что я не знаю. Или давай бомбанем, наверное. Все-таки уберем этого хламона отсюда. У него две карты. Неужели есть спасение? Понял, кто у него здесь был? У него там был Гаргантюа, ребята. Иди сюда. Да, 2 единицы урона, ну давай. Это все? Так, это, по-моему, орехом дает 2 единицы, да? Да. Давай сделай вот так. И вот так. Угу. Кровожадность есть, интересно, у тебя или нет? Опять 2 единицы. Ууу, сейчас урончик. Он, наверное, на кровожадность рассчитывает, да? Этого ты все равно не пробьешь. Можешь даже не мечтать об этом. Вот если кровожадность сейчас у тебя появится, тогда да. Но он поставит 2 бесят. Или все-таки кровожадность? В надгробии прячешь? Окей. Ну что же, придется себе лишиться, наверное. А, нет, у нас еще вон что есть. Так. Вопросы очень интересные, друзья мои. Вопрос очень интересный. Ну, похоже, что все. Или все-таки 2 бесят поставить, да? Ну, у него 2 бесенка только осталось. Больше он ничего сделать не сможет. Ну, что дальше? А дальше, ребята, делаем... О, даже вот так вот. Оу.
Дальше делаем вот следующим образом, ребят. Бомбим сюда. И ставим мину вот сюда. Да, в принципе, все. Больше тут ничего делать не надо. Че бы у него там не была за карта, он ничего здесь не сделает. А, ну если только так. Ну и до свидания. Гад, даже не дал мне нанести ему, блин, 20 единиц урона, а? Ты посмотри. Блин, за него теперь придется, ребят, переигрывать. Твою налево. Ладно, поехали. Я думал, что он отыграет по чесноку. Так, и опять бесенок. Ну, уже 45 ранг. Блин, ну давай так оставим пока. Крокодил мне нужен для прикрытия на воде, ребят. Хорошо, я понял. Тоже на пиратах, судя по всему. Судя на пиратах или на доборах. Сейчас посмотрим, что он будет сейчас делать. У меня второго хода нету. Ну да, на пиратах, на доборах, я так и думал. И наверняка еще и с кровожадностью, да? Ну, сам подумай, если вот таких... О, вон что. Если таких целая куча, ребят, то... Угу. Ну, понятно, что этот будет там прокачиваться. Что мы можем сделать? Можем поставить крокодила сюда. Можем же? Можем. Поэтому ставим. Вон что у него тут. Ну, неприятно, понятное дело. А чё? Так. Если мы поставим мину под дождик, мину под дождик. А у него наверняка там кровожадность, да, будет? Давай так сделаем. Опа, ты прикинь? Перемещает. Проскок. Ребята, где мой могилоед, а? Так. И смысл, и толк. Нет никакого абсолютно, ребята, толку. Абсолютно нет толку. А где моя горячка? Почему горячки не было, например? Почему же не было горячки? Посмотрим. Ё-моё, орех. Понятное дело. Все, ребят, тут я не знаю. Если честно, я даже не знаю, что сказать. Откуда вот этот вот ореховый чучело взялось? Неужели у него в колоде было ореховое чучело вот это? Да ну, не поверю. Просто не поверю. Не кто-нибудь, а именно ореховая вот эта вот погонь. Так, ну что-то тут... Ну зашибись. Тьф. Против замеха, вот дерись вот этим вот против замеха. Молодцы, красавчики, блин.
Первого хода нет, второго хода нет. Третьего хода нет, только четвертый. Да чем мне твой орех? Орех, что мне его ставить? Только прикрываться, но надо знать, против кого прикрываться. Ягода, ну валуны-то у него есть. Давай проверим. Должны быть, ребята, у него валуны. Так, сумоист. Откинул сороночку, понятно. Для чего он вот этого взял? Вот какой меня в данный момент интересует вопрос. Угу. Даже так. Ну, поехали. Ты посмотри у него что, а? Так, ну я надеюсь на защиту. Давай, в разнос его. Что дальше делать? 5, 5 единиц энергии. Что я могу тут влепить? Он опять этого хламона сюда ставит, да? Давай я сделаю вот. Давай сделаю вот так вот. Это уже издевательство, друзья. Так. Сколько там получается? 3, 5, 5 урона. Вот так вот, да, значит, ты? Поехали. Вирус, у него вирус еще. Давай посмотрим. Опять вирус. Ну, в общем, бомбочка по нему плачет, это однозначно. Сколько там у него? Ну да, бомбочка по нему плачет. Сто процентов, друзья мои, бомба по нему плачет. Даже вот так вот. Так даже лучше. Так, пугало вылезло. Пугало вылезло, друзья. Поехали. Неплохо. Угу. Очень даже неплохо. Прям даже изумительно. Ну что, бабах, отыграли мы с тобой наконец-то. Наконец-то получилось. Ладно, так, теперь. Блин, вспышка на солнце. Твою налево. Вспышка на солнце. Помнишь, мы с тобой в последний раз играли за колоду на быстрой прокачке? То есть за
За ягоды, по-моему, да? Да, ягодная у нас была. Сейчас посмотрим, прокатит ли она здесь. 36-й, блин, против... Вот немножко, ребята, против то, что... Да ты... Ну ты дай мне что-нибудь... Блин. Ну и что я тут должен буду сделать? Вот скажи мне, пожалуйста, на милость. Что мне твои грибы-поганки эти нужны? Ну и что? Я даже их трогать сейчас не буду. Так, запомнили, ребята. Он истратил добор. Ага, есть. Ну что, пробуем? Так у него наверняка есть этот... Я пока ничего не буду тратить. У него есть этот, который задница это там, бух, 2 единицы урона наносит, поверь мне, этот чувак у него есть. Угу. Давай так вот сделаю просто. Проверим. Да я не поверю, что у него... не поверю, что у него нету. На доборах, значит, да? На доборах, ребята. Хочет сыграть паренек. Парень хочет сыграть на доборах. Так, ну что? 2 хила возьмем, наверное, да? Два хила. Угу. А я не удивлен, ребят, чё? Теннисист. Теннисист. Пригодится. Все берет картишки, да? Хорошо, сейчас он бьет мне в броню. Алои в следующем ходу, ребята, будем выставлять. Ну, он сейчас добор, конечно, тоже будет делать. Эврику, наверное, да? Угу. И сейчас 6 в лицо раздаст. Всех поуничтожал, а? Всех, кого можно и нельзя. Блин, мне бы, конечно, бы...
Ну, ты видишь, что он тут, на что он рассчитывает. Набрать как можно больше карт. Так, сейчас работает опять защита. Так, это получается 2 и 2. Фигня, как это получается. Угу. Два и два. Угу. Знаешь, в чем проблема? Что у меня карт нету. Он со своим добором, с этим дебильным. Такс, ну что он там, кровожадность у него. Ну сейчас начнет бомбить всех налево и направо, да? А у меня энергии больше нету, к сожалению. Угу. Пипец. О-хо-хо-хо-хо. Что это получится у нас? 6 в лицо. Но он все равно, ребята, сейчас добор сделает, блин, как ни крути. Вот если бы у меня еще был виноградинка, бы сейчас выпало бы. Да, даже несмотря на это, нет, ребят. Нет, тут, к сожалению, не получается. Нет у меня виноградинки. Но, ребят, 14 единиц урона нанесли. Как бы против магов, если честно, эта колода не особо заходит. А может быть то, что он мне ландшафт поменял. Да, скорее всего, из-за этого. Ландшафт бы остался бы прежним бы. Так видишь, ни кукуруза не выпала мне. Также мне не выпала молекулярка. То, что нужно, мне не выпало. Ну, молекулярка, понятно, она всего лишь одна у меня. Так что... Опять, что ли? Это он же вроде бы, нет? Вот опять же, вызывать тыкву, ребята. Вот, да? Вызывать тыкву. Это сыграть ему на руку. Задумался. Че, у тебя нету этого, который с жопой приземляется? Скалолаз этот, или как его там звать?
Вася. Есть, ребят. Вот я вот про него говорил. Сейчас будем у него, короче, полностью их изымать. Полностью, друзья мои, будем их изымать. Поехали. Он сейчас будет, конечно, ждать до последнего. Там же у него есть бомба, ракета. Наносить урон. Он именно на это и рассчитывает. Он именно на это и рассчитывает. Больше он здесь ни для чего не нужен. Этого попандопола надо валить отсюда. Давай смотреть. Угу, видишь? Видишь? Шаманса уже не знает, за что там хвататься. А он ее не стал тратить сразу же. Но приберег картишку-то эту. О, видишь, что делает? Ну, давай я сделаю так. А мне главное снять с него блок. Кровожадность, это тоже не особо страшно в данный момент. Да ядрен матрен, ну ты серьезно? Два. И что? Ну два. Фигня получается. Я думал, блок сможем пробить. Два и два, четыре. Че он там затеял, а? Как думаешь, че он затеял? Не знаешь, и я не знаю. Давай посмотрим. А я так и думал. Я и так и думал, что у него добор будет, ребят. Ну куда ты бомбанешь-то? Сюда. 2, 3, 5. То есть этого мы уберем, получается. Сейчас посмотрим, кого он вызовет. Блин, мне вот это вот... У нас с ним, кстати, одинаковое количество ХП. Только у него 100% сработает броня. А вот у меня под вопросом. Под большим, ребят, вопросом. Если я поставлю и бомбану, у него сработает защита. Клубника бомбанет в ответку. Насколько я помню, так должно быть, да? Подарочки даже. Даже подарочки ты решил дать. О, так ты мне даже, скажем так, сыграл на руку, что ли? Блин. С этими подарками, ребята, да. Я бы его сейчас вынес бы. Во-первых, у меня там ягода за единичку. То есть я бы уже через вот это нанес бы 2 единички урона сюда. Потом бы клубничкой бы пробил бы ему тыл. Тыл, да? У него снялась бы броня бы. И получилось бы, что ягода этот наносит 2 единицы урона. Ну, короче,
Что-то в этом плане. Плюс у меня еще черника, не забывай, здесь стоит. На страже была. Так, ладно, что у нас там? Нанесите 20 единиц урона за мехом. Вот за Займеха 1000 лет точно не играл, ребят. Дай хоть освежить память, что у него там за колода-то. Блин, вот этих бы мне побольше бы, если честно. У меня их нету больше. Больше их нет у меня. А, тут что, на гаргантюахах типа того, что ли, получается? Тут вообще солянка. Ладно, давай попробуем, интересно. Это еще старые какие-то экспериментальные колоды у меня. Так, и дают мне бонг-чой. Ну, пока так оставим. Я уже, в принципе, ребят, предполагаю, на что он, на чем он будет работать здесь. У меня уже есть, так сказать, свои предположения, как он здесь будет действовать. Посмотрим. Так, он, наверное, его хочет прокачать, я так понимаю, да, скорее всего. Но этого, наверное, нет смысла ставить пока. Так, защита. Пока хорош, но у него бонусная атака должна быть, наверное. А, 2 единицы урона по земле наносит. Еще и кактус. Так, ребята. В лицо, ну, неприятно, да. Мумия нужна мне как можно быстрее, ребят. Могилоед, твою налево, а. А все, друзья, приплыли. Ты спросишь, почему? А потому что я могилоеда не смогу, ребята, никак контролировать. Все. Не получилось. К сожалению. Ни за что бы не подумал. Ну как бы ни за что бы не подумал. Не думал, что у него могилоед там будет. Нет, Займеха, не получилось у нас с тобой. Поехали дальше. Слабо сыграли. Даже не то, что слабо, а просто отвратительно. Я рассчитывал на наших зомби за единичку, за одну, что они сразу будут выпадать. 4 штуки у меня их в колоде. А, видишь, как получилось. Сказали мне: фиг тебе, Рэй, а не зомби на прокачку. Иди гуляй, как водокачка. Роза. Чиспас. Ну давай вот так вот. Сейчас будем проверять на вшивость. Ну что я могу сказать? Хилы, скорее всего, ребят, хилы. Кровожадность. Роза на хилах.
Да. Скорее всего. Полтинник. Полтинник шутить не будет, ребят. Я же тебе говорил на хилах. Я же тебе говорил, что на хилах он будет. Он будет на хилах. Так, итого у него сколько там? Угу, гриб подосиновик появился. Еще и заморозку делает. Карту вытягивает, в лоб получает. Ну давай, черт с ним. Говорил. О! Блин, не дал. Ладно, не дал, не дал, ребята, мне провернуть. Ну, здесь опять же повезло нам. Розе, скорее всего, не повезло. В плане того, что, ну, карта не пошла в руку. На 50-м ранге я сомневаюсь, чтобы он бы так нубил бы, как, в принципе, и я. Ну что, друзья мои, время там истекло у нас, нет? Подожди. Конец сезона через 21 час 21 минуту. Какого лешего? Вы что несете-то мне? Какой 21 час 21 минута? А, конец сезона, это, ребят, ну, сезон, это... Как тебе объяснить, что такое сезон? Сезон-то вот, вот, ребят. Вот это сезон. Через 21 час 21 минуту, да. А лига закончилась, мне, видимо, надо будет перезайти в игру. Потому что, ну, сам видишь. Ладно, давай перезайдем. Слушай, ребят, что-то ничего не поменялось. Неужели я просчитался? Да как я мог просчитаться-то? Конец сезона через 21 час 20 минут. Да, друзья, по ходу дела я лопухнулся. Вообще-то я думал, что через там 34 минуты должен закончиться у нас сезон. Но почему-то время повернулось вспять. Время повернулось вспять, и, соответственно, я ничего тогда не смогу здесь сделать, друзья. Ну что же, тогда на сегодня будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.